Значит, несмотря на то, что кирпичная кладка интенсивно разрушается, декоративный камень надо все равно выкладывать. Поэтому, что я сделал, ну, в принципе, по совету других товарищей, в общем-то, во многих местах я вбил арматуру, ну, сантиметров 20 в глубину. Это 12-я арматура. Ну и вот здесь сколько? 80 сантиметров, три крепления на такой высоте. Соединил уже восьмерочкой. Вот. Ну и так вот образовались такого плана. Обрешетка образовалась. Вот. Тут она сходит на нет ввиду ступенек. Ну и подобным образом здесь тоже. Вот сейчас к ней буду закреплять уже решетку штукатурную, ну и набрасывать, собственно, раствор. Как-то так. Спасибо. Ну вот, в общем-то, сейчас я сделал крупную обрешетку и на нее закрепил с помощью сварки более мелкую штукатурную вот сетку, на которой будет уже держаться раствор. И по сути крепление произошло за счет механического, да, воздействия. И получится, что штукатурка и облицовочный слой он будет держаться на непосредственно на сетке, а не на кирпиче. Вот таким образом. Ну и потом уже будет производиться облицовка камнем. Ну все, всем спасибо. Пока.